пришла. Ну давай, давай, антенна. На! Вот там, вот там. Получай. Это, конечно, толпа с гранатометом, это отстой. Не ной, не ной. Ты Макс Пейн. Сейчас тебя, по идее, должны арестовать, да? Да. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз, руки за голову. Ближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Поздравляем, вы прошли игру Max Payne, теперь вы можете проверить свои силы в режимах охотник, и время не ждет. Нет, спасибо. И что? Все. Конец. Ну, вот. Ждите продолжение, называется. Главный злодей, наверное, уже понятно, кто будет в следующей части. Я, правда, не помню точно, но подозреваю, что это он. Подожди. Подожди. В смысле 45 секунд? А где еще трос? А все? Ну да, тут нету ничего. Взлетаем по команде. 5, 4, 3, 2, 1. Ну взлетай, взлетай. 45 секунд. Как остальным пройти? Вот так вот. Еп!
все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз. Руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Я и Дон Пунчинелло. Поздравляем, вы прошли игру Макс Пейн. Теперь вы можете проверить свои силы в режимах Охотник, и время не ждет. Да, еще одна ачивочка, ребята. Еще одна пройденная игра. Игра моего детства. Просто 10 из 10. Классный, кинематографичный шутер. Просто похлопаем этим людям, которые ее разработали. Remedy, красавчики. Красавчики. Классная игра. Ну что, ребят, и мы с вами тоже молодцы. Прошли, и прошли достойно, и достаточно быстро. Я что-то удивился, что игра так быстро у нас закончилась. Сейчас все сделаем. Смотри. А? 45 секунд до взлета. Никаких 45 секунд. И вышку, по-моему. Скорее, 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 вышку. Стреляй же, паразит! Ой, господи, какое облегчение-то, а? Что со всеми справился. Вы не представляете, сейчас так замолк. Прям сижу и отдыхаю. Ну, спецназ меня уже убивать не будет. Это все заслуга бравуры. Он меня хотел взять, и он меня взял. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз. Руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал?
Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Хэппи-энд, друзья. Вы прошли игру Max Payne, теперь можете проверить свои силы в режимах охотники, время не ждет. Вообще, на самом деле, я вот, когда составляю описание под каждой серией Max Payne, я беру оригинальные названия миссии из Википедии. Да, чтобы было на русском и на английском. Альтернативный финал. Не то слово. Зум есть, да? Зум для слабаков. На, ёб твою мать, что происходит? Красотища-то какая. В 3D бы, да, в такое поиграть? Как будто на тебя все летит, да, хуя. Так, ну я полагаю, что это все. Да, спасибо большое. Вам спасибо за подсказки. Но я думаю, что если бы без подсказок, наверное, часа 3-4 можно накинуть. Но за день все равно можно пройти. Вот. Но, тем не менее, да. Всем спасибо всем, кто помогал. Ну, по благодарности мы еще сейчас отдельно пройдем. Сейчас досмотрим последнее видео. Final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. Closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sideline. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us. Поздравляю, вы прошли Max Payne, теперь можете проверить свои силы, охотник, и время не ждет. Спасибо большое, да, обязательно как-нибудь попробую. Так, ну что, собственно говоря, удалось, да, удалось нам пройти игру за один стрим. Я в шоке, короче. Последняя из катсцены, наверное, это последняя. На нахуй, все, пока. Всего хорошего. Русские идут домой. До свидос. О, улыбай. Полетала, мадмуазель? Кучерявая. Блять, как она могла и стрелять?
и гранату бросать одновременно, я такого еще не видел. И потом как бежать так со всей скоростью. И двери закрывать. То тоже моментально. Ну скрипты, а не скрипты, я скажу. Все, мы наконец-то прошли вроде бы. Просто не знаю, я первый раз прохожу. О, мусора идут. Ну-ка, что-нибудь делать. Меня будут арестовывать? Или мы сейчас прыгнем туда? Ну, красиво, эффектно, эффектно. Красиво. Вопросов нет. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка. Это улыбка, это просто... И тогда все было кончено. Казалось, что буря поубивала свой пыл. Рваные тучи разошлись, и я увидел звездное небо. Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Здание окружено, бросая на пол оружие и выходи с высоко поднятыми руками. Чуть ближе к небесам. Прикольный парень. Макс Пейн. Голоса копов казались отдаленными и приглушенными. Стоять, полиция! Стой, где стоишь! Мои видения покинули меня. Далеко внизу огни Нью-Йорка мерцали, словно бриллианты на черном бархате. Мы за тобой неплохо погонялись. Отвезите его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Там был Воуден. Стоял в толпе среди зевак. Все не закончится до тех пор, пока этого не захочет человек в повязке. И он захочет, я знаю, что он захочет. А он выжил? Воуден ехидно улыбнулся. Это была улыбка победителя. Предатель, сука. Это же сделал я. Мы оба устроили это все, да. Короче, он сам себя подставил. Поздравляем, вы закончили игру Макс Пейн, режим игры Макс Пейн Нью-Йорк, Северный округ открылась для дальнейшей игры. В смысле? Так, ну и что будет дальше? Продолжение? Не, все, мы закончили игру. О! Наконец-то, блин. Наконец-то мы прошли игру. Что я могу сказать по поводу игры? Очень хорошая игра, очень. Всем рекомендую поиграть в игру Max Payne. Во! Во! Как вот я до этого должен был догадаться, мне интересно. Откуда мне вот это знать, блядь? Сейчас как пиздык. Донется все нахуй. Это пиздец сейчас будет, если ты упадешь и все будет. Эпично. Эпично. Фух, блядь. ГГ. ГГ тогда ГГ, да. Бля, нормально пизданулась. Прям вообще с кайфом. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Вот это все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь. Если бы я не тупил, я бы прошел за вас тримать. Точнее, если бы я... Ну, короче, вы поняли. Без да, я бы, может, был бы за два стрима пройти.
Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Бля, какой же Нью-Йорк красивый, в реале, типа, я видел. Ну ты нас и фотки в GTA 4 там очень красивый. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Фух, блядь, ё-моё, вот это, конечно, пиздец был. Короче, Макс Пейн, что могу сказать? Классная игра, потрясающая. Ну, я считаю, типа, на 2001 год очень классная. В принципе, реально, типа, особо-то и нечего сказать. Просто хорошая старая игра. Финальные главы такие были, ну, нелегкие, скажем так, нелегкие. Спасибо, Володя, большое спасибо. А все же, блин, вот я вижу, как конкурсину, все-таки опыт вот за все это время вот по хардкору пришел ко мне. Раньше бы хрен когда в жизни, наверное, прошел бы, фиг бы нервов хватило. На максималочку так вот взять и затащить. Эй! А, и вот в начале была вот эта, получается, заставочка. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка. Все было кончено. Снимай палец с курка, все а закончилось. Потом все было кончено. Буря утихла, и рваные вот облака что значит, расступились. Это. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз, руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Ну, по сути, туда. Я не знаю, я сейчас... Блядь, я сейчас сбивать буду эту хуйню. Умри, блядь.
надеюсь, сейчас будет бабкой файт. Я надеюсь, бабку так просто не убить. Хотя, просто так не устроили. Но я бы с бабкой подрался. Я очень хотел ее просверлить. Продыряю, так сказать. Я не чувствую, что это конец. Я не чувствую, что это конец. Неужели все? Неужели Максим отомстил? О, бегут. Какие же казусные мобы. О май гад. Но все они были мертвы. С этой сцены игра начиналась, да. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. 3 дня я назад. Снял палец с курка, все было кончено. А потом блин, все было гениально. Кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе Нет. засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз. Руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Поздравляем, вы прошли игру Макс Раупе. Теперь вы можете проверить свои силы в режимах, не знаю, в каких режимах. В общем, каких-то там сталинских, походу, режимах. А после титров, я надеюсь, сцен нету. Мне не хочется 20 минут титры смотреть, если честно. Бывает. Спокойствие, только спокойствие. Все нормально. Все. Вы не даете меня почувствовать крутой. Вот если бы не ругались и не были такими вредными, я бы вообще нормально. Короче, все понимает. Вот так вот. Вот так вот. Летит красиво. Летит. Так это музычка? Мне надо музычку убрать, блин, ребята. Извините, конечно, но мне за музыку придет авторская. Блин, ОБС, музыка. Вырубились нафиг. Все. Вы не должны слышать музыку. Это конец. Я поняла уже, что это конец, что вас не будет. Все они были метры. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было окончено. Буря утихла, и рваные облака расступились на небе, засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Здание окружено, бросайте оружие и ложитесь лицом вниз,
Руки за голову. Включаю звук. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Поздравляем, вы прошли игру Max Payne. Теперь вы можете проверить свои силы в режимах Охотник, и время не ждет. Окей, я прошла Max Payne. Я прошла. Та-та-там, тарам, пам-пам-пам-пам-пам.